Один из арт-объектов городского селфи-маршрута демонтирован. С площади Ленина убрали композицию из металлических труб, которая представляет собой надпись «Иваново». Отзывы в сетях об этой новости противоречивые, начиная от возмущения и заканчивая воскликами со словами благодарности за демонтаж памятника Глисте, как окрестили этот арт-объект в социальных сетях. Была вероятность того, что дети могли пораниться, соответственно, было принято решение его демонтировать, потому что на месте отремонтировать его невозможно. Соответственно, собственники объекта его забрали для ремонта. После того, как ремонт будет произведен, я думаю, мы его снова поставим, а место определим дополнительно. Есть предложение поставить его в парке, либо на набережной. Но не только официальные арт-объекты есть в городе. Вслед за ними стали появляться, что называется, народные, никем не согласованные. На Шереметьевском проспекте, неподалеку от правительства, смельчак повесил телевизор с надписью «Выключи зрение, чувствуй». Неподалеку от цирка в сквере мастеров, где теперь аллея для молодоженов, появилась арт-композиция, созданная из старой балконной двери. Видимо, по задумке автора, нередко брачные узы в итоге оставляют человека с разбитым сердцем. Сначала народный арт-объект лишился стрелы, затем по стеклу пошли трещины. Теперь он и вовсе исчез. Впрочем, как и телевизор Шереметьевского проспекта. А жаль. Любая активность творческих людей, она в итоге приводит к положительному результату. Даже вот эти телевизоры, которые появляются, даже вот какие-то там граффити, они все равно сподвигают в том числе администрацию на то, чтобы общаться с творческими людьми, предоставлять им места, узаканивать, так сказать, делать их творчество санкционированным. Авторам селфи-маршрута удалось будоражить город. Молодежь начала проявлять творческую активность, и жить стало интереснее. Есть те, кому нравятся селфи-объекты, и те, кому они не нравятся. Но безучастных к этой теме не осталось, что, по мнению городских властей, очень хорошо. Любовь Почерникова, Денис Денисов, Антон Осипов, РТВ Иваново.